Ну а между тем, в администрации Оренбурга предложили варианты использования аварийных домов, которые являются объектами культурного наследия. Всего в городе в рамках специальной программы будет расселено 35 многоэтажек. Большинство исторических зданий расположены в центре города. Задача, которая стоит перед комитетом, на самом деле, сохранить данные объекты в первозданном их виде, восстановить, отреставрировать. Но при этом есть определенные финансовые сложности, и в бюджете на это на самом-то деле нет средств. Так, предлагается три варианта: приватизация объекта, предоставление в аренду в рамках программы «Аренда за рубль», она уже разрабатывается, и передача религиозным организациям. Здания будут преобразованы в выставочные залы, гостиницы и офисы. Как объяснили в городской администрации, это не запрещено действующим законодательством.